Стрижка сложной макушки. Когда макушка торчит, ее бесполезно филировать, стричь ножницами. Проще взять машинку с расческой и на расческе по форме снять торчащие волосы. Ввели расческу волосы, задали нужную длину, какую хотим, срезали, ввели расческу, срезали. Ближе к челке расческу лучше приподнимать, чтобы здесь подлиннее длина получалась. Можно снимать как такими срезами, так вот такими срезами с этой стороны. Встаем, смотрим сверху лишние углы и отрезаем их. В итоге у нас получается ровная макушка. Потом, то, что расческа не берется, просто шлифуется поверх волос машинкой.